этим фотографиям 20 лет. Так встречали на саратовской земле первых посланцев братской Чехословакии, так начиналась деятельность общества советско-чехословацкой дружбы. 20 лет – это 20 страниц нашего братства, рассказывает заместитель председателя саратовского отделения общества Вера Александровна Артисевич. Знаете, если мы начинали с того, что активистами было всего 17 человек, членов правления, все это были люди довольно пожилого возраста, мы поняли, что нужно нам массовость в нашем обществе советско-чехословацкой дружбы, то есть создавать как можно больше низовых отделений на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, и, собственно, этому посвятили нашу деятельность. И могу сказать, что именно благодаря этой плодотворной деятельности членов правления сейчас у нас 832 низовых организации, которые охватывают сейчас 39 областей, 39 районов, которые дружат с 11 районами Западно-Словацкой области. Вы знаете, есть очень хорошая пословица о том, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. И она имеет прямое и хорошее отношение к нашей дружбе. За последние 5 лет мы приняли свыше 100 делегаций из Западно-Словацкой области. И вот такие взаимные контакты, и наши, естественно, конечно, туда ездили в ответ, такие контакты больше способствуют дружбе, чем даже переписка. Но особое внимание, особенно последние годы, мы обращаем на то, чтобы охватить своей деятельностью молодежь. С тем, чтобы она те высокие традиции дружбы между нашими народами, которые были основаны еще в годы войны, чтобы эта дружба продолжалась и в 25-м съезде, говорится, и в 15-м съезде Чехословацкой коммунистической партии, продолжалась вечно. Члены общества знакомятся с историей, культурой социалистической Чехословакии, изучают чешские и словацкие языки. Чехословенская социалистическая республика падших световой составы социалистических земель, а вытворила предпокладу к выбудованию социализму, а ускотечнованию наивысшей цивилизма коммунизма. Уважаемые содружи, мы будем випробовать по чешско-словенски. Просим вас петь, что знаете чешско. К 20-летнему юбилею общества советско-чехословацкой дружбы готовятся многие творческие коллективы области. На праздничном концерте выступит и ансамбль «Радуга», лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества.